Всем привет! Вот я и на тетеревином такую. Шалаш я построил заранее, за неделю до открытия охоты. Потом, правда, его пришлось перестраивать за 2 дня до открытия. Сначала я его построил вот там вот сзади. Он оказался неудачным, во-первых, тесным, а во-вторых, был очень плохой обзор. Не видно было, как такую тетерева. Я-то видел, но камера снять, ну, вообще проблематично было. Поэтому пришлось его перестраивать, перенес его в другую сторону. Вот такой вот получился у меня шалаш. То, что перестроил за 2 дня, ничего страшного. Вокруг сосны. И шалаш построен из такой же сосны. Поэтому тетереву не пришлось к нему привыкать. Еще сделал вот такие окна. Конечно, для охоты они не нужны. Можно сквозь ветви прям ружье просунул и выстрелил. Никаких проблем нету. Сосна позволяет это делать. Ну а для камеры приходится заморачиваться, делать вот такие окошки, чтобы ничего не мешало снимать. Конечно, и меня будет видно в эти окна, но ничего с этим не поделаешь. Издержки производства. Ну вот так вот получилось. В 2 часа ночи косачи прилетели. И пока было темно, атаковали довольно активно. Ну, камера в темноте ничего не видит. На рассвете, когда уже можно было снимать, пошел снег. И косачи сели на землю. И сидели целый час, дрожали передо мной. Ну и я, соответственно, вместе с ними. А потом вот так вот час просидев, поднялись, пару раз чуфыкнули и улетели. Поэтому придется сюда идти еще раз. А сейчас я побежал в лагерь. Здесь недалеко, метров 700. Попью горячего кофе, согреюсь. Очень уж замерз. Вот мой месяц. Следы на тетеревинном таку. По снегу, блин. Во! Огонь. Сейчас быстренько закипит и можно будет пить чай. Ну что, господа охотники, как оказалось, ток совсем маленький, всего 3 тетерева. Что, будем стрелять? Нет. Вот здесь в углу есть кружок подсказки. Если на него нажать, раскроется опросник. Я хочу, чтобы каждый ответил на вопрос, как бы он поступил в этой ситуации. Стал бы стрелять на таком таку или нет. Только честно отвечаем. И каждому, кто ответит, сразу же будет доступна статистика. И потом в любое время, там, хоть через месяц, хоть через 2, можно будет зайти и посмотреть, как люди голосуют. Ну а теперь давайте смотреть дальше. Thank you.
Ну что, парни, я понимаю, что это облом. Ну, не стал я стрелять. Может, подвернется другой ток, где будет больше косачей. Там и добуду. Ну, а нет так, не последний год живем. Добудем на следующий год. Какие наши годы? Вот такая получилась сегодня гринписовская, можно сказать, охота. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Внизу под видео есть кнопка поделиться. А я пойду на глухариный ток. Может, и там никого не добуду. Всем пока, хороших охот!